В нашей стране под одним шанраком проживают более 130 наций и народностей. Сохранение и укрепление этого бесценного достояния мира и согласия играет важнейшую роль Ассамблеи народа Казахстана, которая в этом году отмечает свое 25-летие. Инициатором создания уникального института дружбы был первый президент Елбасы Нурсултан Назарбаев. Создание Ассамблеи народа Казахстана продемонстрировало всему мировому сообществу, какое значение придается в нашей стране неприходящим ценностям – стабильности, единству и согласию, глубокое уважение казахстанцев к культуре друг друга. Многонациональность в нашей стране воспринимается как богатство. Мы разные по цвету кожи, разрезу глаз, вероисповеданию, но по духу мы – единый народ Казахстана. Представители разных национальностей имеют возможность изучать родную культуру, историю, языки. При этом каждый в меру своих сил стремится нести свой вклад в процветание родной земли Казахстана. Эти праздники нужны еще для того, чтобы наша молодежь, преемственность поколений была, и они знали и ценили нашу историю. Благодаря нашему президенту первому Нурсултану Абишевичу Назарбаеву у нас создана уникальная ассамблея народа Казахстана, которая дает возможность всем представителям различных национальностей отмечать все праздники вместе, сообща, и дает возможность, самое главное то, что каждый народ может изучать свой язык, традиции, обычаи. Это самое главное. И я думаю, что только в силе, в единстве, в сплоченности мы можем строить хорошее, новое, процветающее государство. Первый наш президент, да, сделал все для того, чтобы мы сейчас, наше вот будущее поколение, сохранили мир. И мы должны идти к этому. Мы не должны забывать, кто мы на самом деле здесь, пришедшие в этот мир вообще в целом. Потому что войны не для нас. Он создал для нас все. Вот посмотрите, для молодежи он создал все, чтобы они учились дальше, чтобы они процветали, даже за рубежом. Приезжая сюда обратно, он надеялся и надеется на то, что у нас будет только процветающий Казахстан. То есть он вложил как будто бы маленькое ядрышко, а мы уже должны будем взрастить этот Казахстан. То есть для меня вот ассамблея – это очень много. Я живу, болею народом, я его люблю, народ, со всех вот сторон, во всех ипостасях.